Наверное, можно все сфальсифицировать, так как в Соединенных Штатах фальсифицировали предыдущие выборы через голосование по почте. Ну, понятно, что это голосование по почте. Скупали за $10 бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны, там наблюдатели выбрасывали. А что касается вот этого переговорного процесса, попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние там, полтора года. Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, правящие круги на Украине, понимают. И западные элиты понимают. Все понимают. Продолжается. То, что сейчас имеет место быть, а сейчас это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар.